Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу снова поприветствовать вас в качестве участников очередной Московской школы гастроэнтерологов осеннего сезона, которая проходит в эти ноябрьские предзимние дни. И, безусловно, для тех участников, которые уже не первый раз подключаются к нам и слушают наших замечательных лекторов. И для тех участников, которые это делают впервые, я хотел бы обратить внимание на то, что мы всегда стараемся в этих сессиях знакомить аудиторию с наиболее актуальной и проверенной информацией, касающейся патогенеза, диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения. Вы знаете, конечно, что гастроэнтерология – это раздел медицины, который рассматривает множество различных органов и систем, и каждый из этих органов характеризуется своими особенностями, особенностями организации, особенностями биохимии и физиологии, особенностями повреждений. И поэтому всегда программы таких мероприятий, они чрезвычайно насыщены разнообразной синтетической информацией, требующей от вас знаний большого количества различных фундаментальных и прикладных дисциплин. Мы стараемся, конечно же, сделать эту информацию максимально доступной, не упрощая тех вопросов, которые освещаем. И вот нынешняя школа, она тоже, в числе прочего, преследует такие цели, и поэтому я, конечно же, призываю всех участников внимательно и систематически участвовать в отдельных мероприятиях сформированной программы, поскольку это позволит вам наиболее полно получить информацию, которая закладывается организаторами школы в качестве основной идеи. И одновременно призываю вас активно участвовать, задавать вопросы, не стесняться, потому что цель этой школы – это, конечно же, научить вас. И лектора, они тоже учатся, потому что, готовя материалы, общаясь с вами, отвечая на ваши вопросы, конечно же, мы тоже совершенствуемся. И вот это знаменитое латинское изречение «Docendo discimus» – «обучая, обучаемся» – оно, безусловно, абсолютно справедливо для нашей школы. Я желаю всяческих успехов ее участникам. Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я рад вас всех приветствовать на очередной Московской школе гастроэнтеролога. Уже стало традицией собираться осенью и весной. И мы действительно, как сказал Игорь Леонидович, стараемся самое новое вам представить. Действительно, вы видите, в докладах очень много новой информации, вышли обновленные рекомендации. Есть некоторые спорные вопросы, которые вызывают дискуссию и необходимость обсуждения. Мы все это сделаем. Очень рад, что к сегодняшней конференции вышел из издательства вот эта вот книга «Атлас». Такой итог очень долгой работы большого коллектива сотрудников Московского клинического научного центра имени Логинова. И вы этот «Атлас» руководству можете приобрести. С большим удовольствием передаю слово Олегу Владимировичу Князеву. Глубоко уважаемые коллеги, позвольте всех нас поприветствовать на уже традиционной осенней Московской гастроэнтерологической школе. Ну, все уже сказано предыдущими со-модераторами. Я хочу только подчеркнуть, что все наши встречи – это непрерывное обучение. Мы повторяем что-то новое, с чем-то мы сталкиваемся достаточно редко, и это надо освежить в своей памяти. А какие-то моменты, они действительно, как сказал Дмитрий Станиславович, они спорные, они какие-то тенденции, какие-то парадигмы только вырисовываются, только появляются, и нам предстоит вместе с вами их обсудить и найти оптимальное рациональное зерно. Поэтому я думаю, что сегодняшний день
он офлайн общение, и завтрашний день онлайн, он всех обогатит нас чем-то новым. И наша дорогая Мария Анатольевна Левзанович, член-корреспондент Академии наук, ректор Омского государственного медицинского университета, с которым мы очень дружим, и который тоже является автором вот этого атласа руководства, Мария Анатольевна. Спасибо, Дмитрий Станиславович. Дорогие коллеги, на самом деле в календаре мероприятий Московская школа гастроэнтеролога для меня лично занимает огромное значение, потому что на самом деле вот эти мероприятия, которые стали уже традиционно, они, с одной стороны, заставляют готовиться к этому мероприятию. Мы обсуждаем то новое, что появилось за прошедшее время, мы переосмысливаем то, что уже имеется. Появляются какие-то интересные случаи из клинической практики, которыми хочется поделиться и которые, безусловно, станут интересными для вашей в дальнейшем и практической деятельности. Ну и что самое удивительное, вот это общение коллег между собой всегда приводит к тому, что появляются новые идеи. В последующем это очень мощный, интересный стимул для того, чтобы иначе взглянуть на, казалось бы, привычные вещи, привычные заболевания, привычные подходы к терапии наших пациентов. Но затем в последующем, переосмысливая то новое, что появляется, те дискуссии, которые проводятся в ходе таких мероприятий, появляется и новое, что позволяет улучшить и диагностику, и эффективность терапии наших пациентов. Поэтому, конечно, всем нам желаю успехов, очень интересных докладов, потому что та программа, которая представлена, и вы видите ее сейчас, мне представляется крайне интересной и, безусловно, актуальной.